Яндекс News. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Балтком онлайн». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов с нами также в студии. И звукорежиссер Евгений Копейн. И говорим мы сегодня о событиях в Венесуэле. Да, лидер оппозиции в Венесуэле Хуана Гуаидо назвал себя, простите, временно исполняющим обязанности президента, и он уже принес присягу. США и ряд латиноамериканских и североамериканских стран признал его в этом качестве. И вот действующий президент Венесуэлы Николас Мурадо заявил, что США... Мадуро. Да, мне как-то с фамилиями сегодня туго. Что США пытались совершить госпереворот в стране. Вот ранее президент США Дональд Трамп, он призвал Гуаидо, то есть лидера как раз той самой оппозиции, собственно говоря, стать президентом Венесуэлы, да, а действующего президента Мадуро он призвал передать власть как раз лидеру оппозиции. Вот тем временем на улицах Каракаса мы можем наблюдать многочисленные митинги, начались столкновения со стражами порядка, и есть сообщения также и о погибших, и о пострадавших. И сегодня сейчас с нами на прямой связи политолог и политический географ Дмитрий Орешкин. Здравствуйте. Да, Дмитрий Борисович, слышите ли вы нас? Добрый день, здравствуйте. Да, Дмитрий Борисович, ну вот в Российском министерстве иностранных дел заявили, что в Венесуэле происходит смена власти в ручном режиме, так они это охарактеризовали. Что вы скажете по поводу происходящего в Венесуэле сегодня? Ну, правильно, происходит смена власти в ручном режиме. Тут я бы согласился с руководством России. Ну, в общем, к этому давно шло, уже лет 25, со времен Чавеса, потому что такие режимы вождеские, ориентированные на укрепление силовой вертикали и на доминирование в политическом пространстве, они всегда сопровождаются ухудшением экономической ситуации. И вот в результате мы получили страну, не мы, а венесуэльцы получили, конечно, страну, которая по щиколотку стоит в нефти, и при этом у них курс боливара еще недавно составлял там 3 миллиона к 1 доллару, ну, после деноминации уменьшился, а инфляция измеряется тысячами процентов в год. То есть экономическая катастрофа. 3 миллиона человек уже оттуда убежали просто потому, что не находят средств для пропитания. При этом Венесуэла поколение назад была самой богатой страной Латинской Америки. То есть можно ли говорить о том, что на ситуацию влияют только внутренние факторы или внешние воздействия тоже присутствуют? Как вы считаете? Конечно, присутствуют. Нет, но совершенно понятно, что господин Гуаидо вряд ли бы рискнул на такие резкие действия, если бы он это не согласовал заранее с начальником американского континента. И не зря господин Трамп немедленно после вот этой публичной присяги. Так что, конечно, здесь внешние силы тоже имели свое воздействие. Было бы наивно этого не видеть. Ну вот, кстати, я заметил в интернете, уже проводят такие аналогии, ну, пока, правда, в таком ироническом ключе, что лидера венесуэльской оппозиции называют венесуэльским Навальным. Вот, на ваш взгляд, насколько справедливы такие оценки, и можно ли здесь проводить параллели? Ну, я бы не стал говорить так, потому что все-таки мы имеем дело с официально признанным лидером оппозиционного парламента. И здесь, скорее уж, можно говорить, если говорить про параллели, то с Россией 93-го года, когда в стране установилось двоевластие, с одной стороны был президент, причем на стороне президента тогда все-таки было большинство населения, чтобы нам сегодня не рассказывали, а здесь, наоборот, большинство населения поддерживает лидера парламента. Мадуро всем очень сильно надоел, это, естественно, научный факт, его тоже нельзя игнорировать. Дмитрий Борисович, ну Венесуэла ведь признала законность присоединения Крыма к России, и в связи с этим можно сказать, что наверняка она, ну, каким-то образом является сторонником действий Российской Федерации. Вот и в связи с этим какая позиция все-таки у Москвы по поводу происходящего, какие заинтересованности даже больше? Не, ну понятно, что Венесуэла сильнейшим образом зависит от России. Ну, 150 раз уже про это сказали, что около 20 миллиардов долларов было вложено за последние годы. И вот буквально
Недавно, вернувшись из Москвы, господин Мадуро сказал, что еще 6 миллиардов им обеспечено. Но я думаю, мы с вами с этими миллиардами можем благополучно проститься. Собственно говоря, как мы с ними могли бы проститься и при сохранении Мадуро при власти. Естественно, он никогда бы их не вернул. Возвращаясь к вопросу о том, насколько он эффективен, ну, мне кажется, он давно вел страну в тупик, привел страну в тупик. Проблема в том, что на его стороне силовые ресурсы. И он, по-видимому, их готов использовать. Сила таких режимов как раз на том, что при общей... заключается в том, что при общем падении экономики им все-таки хватает средств для того, чтобы, скажем, поддерживать силовиков и покупать их лояльность. И в этом смысле ситуация опасна, потому что у Мадуро есть очевидный совершенно соблазн использовать силовой ресурс для подавления этих событий. Что касается Москвы, то, конечно, она вкладывала в Венесуэлы много денег, и, конечно, она хотела бы, чтобы остался при власти Мадуро. Но проблема в том, что ресурсов маловато. Как можно на эту ситуацию воздействовать? По сути, они пытаются действовать симметрично с Соединенными Штатами. Трамп заявил поддержку одной страны двоевластия, в данном случае господина Гуидо, а Москва заявила о поддержке действующего президента. При том, что выборы президента были, ну, мягко говоря, не соответствующими международным стандартам представления о честных выборах. Весной, которые были выборы. Простите? Весной, которые были в Венесуэле выборы. При том, что, естественно, не было никаких наблюдателей и считали голоса, ну, как считают их, считали их в Советском Союзе. Так что, конечно, вопрос о том, сколько народу поддерживает господина Мадуро, остается открытым. Во всяком случае, весь Каракас заполнен негодующими толпами, которые выступают против него. Что касается России, ну, симметричная, действительно, только ресурсы разные. Когда Трамп говорит, что он поддерживает Гуидо, это его слова весят несколько больше, чем слова господина Пескова, когда он говорит, что он поддерживает Мадуро. Спасибо вам. Политолог и политический географ Дмитрий Орешкин был с нами на прямой связи. Сегодня в программе «Балтком онлайн» мы говорим о событиях в Венесуэле. Улица Каракаса, как можно судить по видео и фотоматериалам, которые сейчас передают информационные агентства всего мира, заполнены людьми. Там такая революционная ситуация. Двоевластие, как сказал наш эксперт, в общем, там действительно уже де-факто присутствует. Часть людей и, в общем-то, силовых и прочих структур находится в подчинении у президента Мадуро, и часть находится у спикера парламента, который, в общем-то, выступает в качестве такого оппозиционера. И сегодня мы говорим о событиях в Венесуэле в контексте вообще такого мирового геопорядка, потому что, опять же, как сказал наш политолог, там... в общем-то, схлестнулись интересы России и США, и, в общем, в этом смысле мы можем найти такие параллели, провести с холодной войной, когда СССР и США решали свои проблемы и пытались доказать друг другу, кто из них лучше и сильнее, именно в других странах, в третьих странах, Вьетнам, Афганистан, Ближний Восток. Сейчас вот Латинская Америка тоже стала таким центром, где Россия и США пытаются выяснить отношения, пока, как мне кажется, ситуация складывается в пользу Соединенных Штатов Америки. Звоните нам, высказывайте свои мнения, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, и как уже сказал наш эксперт, политолог Дмитрий Орешкин, выходил к нам сейчас на прямую связь. Предшествовал всему происходящему сейчас в Венесуэле затяжной политический кризис и экономический. И вот в прошлом году весной там были выборы президента, и с большим отрывом на этих выборах победил как раз Николас Мадуро. Это, я напомню, действующий как раз президент Венесуэлы сейчас, но оппозиционеры отказались это признавать. И вот сегодня мы это обсуждаем с нашими экспертами. И вот на прямой связи у нас сейчас... Виктор, да. Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Виктор Лазаревич, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы оцениваете ситуацию в Венесуэле? К чему она может привести, на ваш взгляд? Знаете, она сейчас развивается очень динамично, поэтому может легко свернуть в разные стороны. Но пока очень высока вероятность, с моей точки зрения, силового варианта решения проблем, поскольку
как минимум несколько болевых точек есть, которые могут к этому привести. Это и имеющие место уличные столкновения, это и отказ США подчиниться заявлению Мадуро о разрыве дипломатических отношений. Они уже заявили, что не признают его право разрывать отношения. А, соответственно, если он попробует силой выселить дипломатов, это можно трактовать как нападение на американских граждан. Ну и в целом достаточно серьезная поляризация общества, она может привести к серьезным проблемам. В этом смысле Европейский Союз совсем не случайно позвал бы страны, потому что они снизили градус противостояния и начали разговаривать, ситуация может кончиться очень плохо. Виктор Лазаревич, ну вот поддержка силовиков, как многие эксперты, опять же, высказываются, да, является такой ключевой, имеет очень большое значение при подобных переворотах. Сегодня имеет ли действующий сейчас президент Мадуро поддержку как раз силовиков в стране? На данный момент он ее имеет. Опять же, никто же заранее не извещает о плане переворота, в том числе и те, кто могут переворот готовить. Но вооруженные силы, они же не совсем отдельно от общества живут. Они внутри общества, они часть его, они сталкиваются со многими теми же проблемами, пусть не в такой же степени, как и другие граждане. И брожение там идет. И вот то, что несколько дней назад была попытка мятежа, она показывает, что и внутри вооруженных сил есть степень недовольства Мадуро. Вопрос лишь в том, какое оно и насколько широко оно затрагивает младший офицерский корпус. Потому что генералы, безусловно, сохраняют верность Мадуро. Большой вопрос, как в случае критической ситуации поведут себя лейтенанты и капитаны. Ну, а если говорить об обществе венесуэльском, кого сейчас поддерживает большая часть общества? А общество никого не поддерживает венесуэльское. Оно скорее недовольно Мадуро и хочет, чтобы Мадуро ушел, значительная его часть. Процентов 30 наверняка не меньше поддерживает Мадуро. Это тоже достаточно большой запас. Но сказать, что венесуэльское общество кого-то конкретно поддерживает, пожалуй, просто невозможно. Страна находится в ситуации, когда она население в целом разочаровано в политической системе и в действующих партиях. То есть находится в состоянии экономического кризиса сейчас в данный момент общество Венесуэлы? И экономический кризис, и социальный кризис, и кризис недоверия к политическим институтам. Это все одновременно происходит. Да, ну возможно ли начало гражданской войны на территории Венесуэлы сейчас? Можно ли вообще об этом говорить? Я, к сожалению, бы не исключал. Да, спасибо. У нас на прямой связи сейчас был Виктор Хейфец, да, профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Говорим мы о ситуации в Венесуэле. У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, добрый. Вот сижу, слушаю вас уже 10 минут. У меня к вам есть, как бы, не предложение и вопросы, прочее, да? Меня интересует такая вещь. Почему вы приглашаете для консультации какого-то Орешкина? А кого вас приглашать, уважаемый радиослушатель? Чем вас не угодил эксперт? Такое? Да потому что это просто перепло, понимаете, натурально. А вот вы чем сейчас в эфире занимаетесь? Я разговариваю с вами. Да, вот а вы, вас... как, вы когда оскорбляете гостя, которому мы... Вот вы себя кем чувствуете, уважаемый радиослушатель? Я... Да. Просто русский натуральный человек. Ну вот понятно с вами все. Спасибо за ваш звонок и за ваше мнение. По поводу экспертов. Если вы будете оскорблять людей, которые приходят в нашу эфир, мы будем вас отключать. Ведите себя прилично. Русский нормальный человек. Здравствуйте, алло. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, зовут меня Илья. Да, Илья, слушаю вас. С моей точки зрения, ситуация в Венесуэле совершенно парадоксальная, потому что если вспомнить Бродского, который определял, в чем различается менталитет русского человека и европейца при конфликте закона и справедливости, русский встает на сторону справедливости, а европеец на сторону закона, да? И ситуация в Венесуэле в этом плане парадоксальна, потому что здесь, в общем, получилось, что Трамп поступает как русский человек, он выступает на стороне справедливости, а Пескову ничего не остается, как выступать на стороне европейца, в общем-то, потому что по справедливости Мадуро всех уже реально достал, вот, и угробил страну, но по закону он настоящий президент, легальный президент. И вот это, конечно, забавно. Трамп, получается, русский человек, а Песков европеец.
Ну, да. Вот так вот, спасибо большое. Спасибо, да, да, вот да, интересную точку зрения высказал наш радиослушатель. Звоните 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефон прямого эфира в нашей студии. Говорим о событиях, которые разворачиваются в Венесуэле. Вы также можете написать 230-6191. Да, и вот посол Венесуэлы в России Карлос Тартос, он уже высказался по этому поводу. И вот я зачитаю его цитату. «Возможность военного вторжения или агрессии – это давний план империализма», подчеркнул он. И вот он сказал, что мы свидетели плана, который тщательно разрабатывался, где каждое событие ведет к определенной акции. Поэтому мы стараемся решить внутренние проблемы своими силами, и никто не может даже пытаться вмешиваться в решения, которые должны принимать только Венесуэлы. Вот так сказал посол Венесуэлы в России Карлос Тартоса. Сегодня мы обсуждаем попытку госпереворота, которая в Венесуэле происходит сейчас. Очень серьезные столкновения, и на улицах Каракаса многочисленные... Каракаса многочисленные митинги начались, столкновения. Вот, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, если вы хотите принять участие, также звоните нам в эфир. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, меня Олег зовут. Да, Олег, слушаем вас. У меня есть такое суждение по всему этому. Ну, во-первых, трудно строить социализм в окружении капитализма, это раз, да. А во-вторых, по поводу самодура, там, признания, непризнания, там, и так далее. Здесь самое главное, что говорит Мексика и Бразилия хотя бы, да. Ну, Россия вообще могла бы помолчать, там это, по-моему, не ее дело. А все дело очень просто, да, там же все завязано только на нефти, да. То есть нефть, штатам нужна нефть, да. Если вы все думаете, что после смены режима туда будут вкладываться в экономику этой страны какие-то средства, это то же самое, что мы вступили в Евросоюз, и, так сказать, вот смотрите, в нашу экономику что вкладывается, кроме инфраструктуры, которая не приносит прибыли как таковой. Вот и все. Очень просто. Да, спасибо, спасибо вам. Спасибо вам, Олег. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Ну вот еще, да, звонок у нас есть. Да, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да. Улыц. Да, как вас зовут? Ну, просто? Штатам, конечно, не нужна нефть. А они скоро зальют нефть в всю Европу и Азию. А что им нужно? Ну, им нужно, чтобы был нормальный режим рядом с ними, который... Не возит это самый кокаин, потому что основная часть кокаина идет через Венесуэлу. Ну вот что я скажу. Серп и молот, смерть и голод. И сейчас серп и молот роль исполняет двуглавая ворона. Спасибо. Да, спасибо. Ну так, много образов. Наш радиослушатель озвучит. Да, много символов. Ну, Латинская Америка, действительно, там проблема и с наркотрафиком, и с другими моментами. Она очень серьезная, конечно, но тем не менее. Да, давайте поговорим об этом. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефон прямого эфира, номер WhatsApp 230-6191. Говорим сегодня о событиях в Венесуэле. И вот в первой части нашей программы выступал политолог и политический географ Дмитрий Орешкин, а также профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфиц. И вот как раз Виктор Хейфиц предположил, что может начаться гражданская война. Это да, он такая сказал, серьезная что он не исключает ситуация этого. Сейчас сложилась в этом регионе. Но я уже говорил об этом, но хочу повторить, что, конечно, сейчас мы еще наблюдаем столкновение двух крупных игроков в Венесуэле. Это Россия и США. И опять, в общем-то, они пытаются определить, кто будет доминировать в этом регионе. Потому что, как сказал Дмитрий Орешкин, Россия миллиарды долларов инвестировала, вложила в Венесуэлу. Я думаю, что не только в экономику, но еще, в общем-то, там нужно было определенных чиновников лояльных, каким-то образом, как это все обычно и происходит. Но вот пока складывается впечатление, что у Мадуро, в общем-то, не очень большие шансы задержаться. То есть, возможно, смена власти сейчас да, а произойдет. Если уходит действующий президент, то Россия теряет свое влияние в этой стране. Еще звонок. Еще мы приняли звонок, буквально вот коротко, пожалуйста, мы сейчас скоро должны будем прерваться на перерыв. Слушаем вас. Да, слушаем вас, видимо, очень коротко решил радиослушатель ничего не говорить. Так, да, уже выключил. Сейчас небольшой перерыв, буквально несколько минут прервемся, затем вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс.
Мы продолжаем эту программу «Балтком онлайн». Говорим о событиях в Венесуэле. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копейн. И вот действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро, он заявил, что США попытались совершить госпереворот в стране, так как Трамп, президент США, ранее признал Гуаидо, это лидер оппозиции в Венесуэле, он призвал, вернее, его, ну, как-то, скажем так, призвал президента, который сейчас и действующий, он призвал передать власть как раз вот этому оппозиционеру Гуаидо. И вот там сейчас происходит на улицах Каракаса очень действительно такие серьезные митинги, очень много людей, столкновения со стражами порядка, и там даже уже применен слезоточивый газ. И вот эксперт в нашей студии сказал, что не исключено, что может начаться гражданская война. Мы сейчас будем продолжать связываться с экспертами в нашей студии. И вот, в частности, свяжемся с Егором Ледовской, да, генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса. Так что сейчас мы послушаем, что он нам скажет. И вы также, уважаемые радиослушатели, принимайте участие в нашей сегодняшней дискуссии. Звоните нам по телефонам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Очень много параллелей тут проводят с сложившейся ситуацией. Например, говорят о том, что подобный госпереворот был еще при предыдущем президенте Венесуэлы Уго Чавесе в 2002 году. Примерно такой же сценарий был, говорят эксперты. И вот сейчас у нас на прямой связи. Егор Ледовской у нас на прямой связи, генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса. Господин Ледовской, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы можете прокомментировать события в Венесуэле? К чему они могут привести? Ну, то, что сеньор Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы, не имеет под собой никакой правовой основы. Это противоречит абсолютно всем нормам права. То есть, грубо говоря, просто человек вышел на площадь и сказал: «Я теперь президент». Единственное, на чем держится вся вот эта истерия вокруг его персоны, это на поддержке Соединенных Штатов и некоторой части стран, которая поддержала Соединенные Штаты, поддержала не совсем по своей воле, потому что мы помним, что Рекс Тиллерсон в прошлом году совершил турне по Латинской Америке, где встречался с главами этих стран. И так мягко намекал, что, ребята, если вы нас не поддержите в этом вопросе, то ваша экономическая ситуация может серьезно ухудшиться. Поэтому, по большому счету, это как бы все такое одно большое единое мнение, просто расписанное на разные страны, которые, собственно, не могут выразить какую-то свою собственную волю. Что касается вариантов развития событий, то я вижу их три. Ну, первый, самый такой негативный, это военное вмешательство Соединенных Штатов. Я надеюсь, конечно, до этого все-таки не дойдет, хотя от администрации Трампа можно ожидать всего чего угодно. А второй вариант мне видится самым вероятным. Это вооруженные столкновения с группами, которые были заброшены в Венесуэлу из Колумбии. В том числе есть часть групп, которая готовилась на территории Венесуэлы, именно военизированных, с целью совершения терактов, провокаций против Национальной гвардии. Это уже достаточно хорошо отработанная схема, когда так называемые протестующие забрасывают гвардию гранатами, шашками, коктейлями Молотова. Но когда гвардия, естественно, отвечает на такую агрессию, да, они как бы включают камеры и на весь мир заявляют, что вот президент Мадуро, диктатор, их прессует. Вот таких столкновений я жду, потому что я не думаю, что получится третий вариант. Третий вариант – это мирное разрешение конфликта. Мне бы, конечно, очень хотелось бы, чтобы все было мирно. И, собственно, генсек ООН призвал как раз к национальному диалогу. Он не поддержал ни одну, ни другую сторону и сказал о том, что необходим национальный диалог. И, в принципе, Николас Мадуро готов идти на этот диалог. Это случилось не сегодня и не вчера. Несколько лет тому назад он заявлял о том, что при первых еще, когда были вот эти вот первые митинги оппозиции, он заявил о том, что в принципе он готов сесть за стол переговоров, пожалуйста, давайте обсудим проблемы, давайте обсудим пути выхода из кризиса. Но оппозиция отказалась участвовать в этом национальном диалоге, сославшись на то, что президент Мадуро их не устраивает, поэтому говорить с ним они не будут. Но это очень неконструктивная позиция, потому что все-таки за президентом Мадуро большинство населения. Хотя нам его не показывают, потому что, конечно, камеры привлекаются такими агрессивными действиями, митингами, битьем витрин и всем прочим, да, но у него достаточно широкая поддержка, особенно среди бедного населения, которое проживает в маленьких барио, в деревнях, которые получают социальную поддержку, и без этой поддержки правительство Мадуро, они просто погибли бы.
Да. Поэтому вот я думаю, что второй вариант самый реальный. Да, господин Ледовской, ну вот эксперты сейчас тоже говорят, что вроде как повторяется история, потому что подобный переворот был в 2002 году, когда Уго Чавес был арестован, и США тогда также признали другого человека, который назвался президентом. Вот потом его освободили, Уго Чавеса. Ну вот на ваш взгляд, есть ли повторение истории сейчас? Я считаю, что абсолютно тот же самый сценарий, здесь я совершенно согласен. Единственное, что я сделаю поправку, что он не был арестован, потому что, чтобы употреблять это слово, необходимо иметь, скажем так, национальную гвардию, полицию, которая решила арестовать президента. Это было сделано не так. Туда приехали люди на автобусах, вооруженные люди, которые не имели отношения, собственно, непосредственно к самой армии. Они вошли в кабинет к Чавесу, я эту историю очень хорошо знаю. Они вошли в кабинет к Чавесу и сказали ему, или ты подписываешь отречение от власти, либо мы тебя убиваем. Он сказал, ну, можете прямо здесь убивать. Я отречение от власти не подпишу, потому что я избран народом, это мой крест, и я собираюсь проводить ту политику, которую мне доверил проводить народ, голосовой за мою программу. Убивать они его не стали, потому что они надеялись все-таки добиться от него этой бумаги. Поэтому они его увезли в закрытую тюрьму недалеко на острове от материковой части, который принадлежит Венесуэле. А по радио и телевидению объявили о том, что Чавес якобы подписал отречение. И непосредственно вот этот вот человек, я даже не помню его имени, что говорит об его значимости в истории, принял присягу, доверенное лицо Соединенных Штатов, и программа, которая шла в США, она открыто, вот как и сейчас, говорила о том, что это, значит, настоящий демократ, мы его поддерживаем, хотя у него тоже не было никаких легитимных оснований. И почему Чавеса вернули? Потому что когда президент Мадуро, нынешний президент, тогда он был просто сторонником Чавеса, главой профсоюзов, он передал информацию в народ, что на самом деле Чавес не подписывал разрешение, он находится, грубо говоря, в плену. Тогда весь народ восстал против такого произвола. И они были вынуждены отпустить, подключилась национальная гвардия, подключились красные береты. Как раз Чавес был десантником, и именно красные береты его освободили, на вертолете привезли в президентский дворец Мирафлорес. Чавес был очень добрым человеком, и, как он заявил, он не будет совершать охоту на ведьм, и поэтому он очень великодушно простил этих людей. Ну, часть из них, конечно, была венесуэльцы, которые были подкуплены. Один там был генерал, который на себя тоже решил взять командование вооруженными силами. Ну, он тоже не имел никакого права, но просто записал видео, да, и США его признали. В принципе, тоже похожая история. Вот. Но он решил не проводить никаких репрессий. Ну, мне кажется, это было очень слишком великодушное решение, потому что, в принципе, все те же самые люди или их потомки, собственно, в этом участвуют и сейчас. Потому что, если мы говорим о протестах, вот все любят говорить о том, что выходит на улицы обездоленный народ. Ну, если вы посмотрите на митинги оппозиционеров и на митинги чавистов, то вы увидите, что как раз на митинги оппозиционеров выходят прекрасно одетые люди с прекрасными телефонами, которые вот все выкладывают в сеть. А на митинге чавистов там как раз действительно бедное население, которое поддерживает президента Мадуро, просто эти митинги не показываются, потому что вроде как в них нет элемента насилия, элемента агрессии. Они не являются, во-первых, особым информационным поводом, но, во-вторых, конечно, для СМИ не очень выгодно их показывать, потому что большинство СМИ, которые освещают ситуацию в Венесуэле, так или иначе, они, ну, кроме государственных каналов, так или иначе, они аффилированы с США, особенно международные, это и CNN, и NT24, вот эта венесуэльская телекомпания, которая принадлежит оппозиционерам, и, конечно, колумбийские СМИ, потому что они там везде, они очень близко к границе, они месторождение нефти, одно из самых крупнейших в Венесуэле, находится на границах Колумбии, поэтому, собственно, Колумбия шумок хочет его отжать радостно, поэтому она даже вкладывает очень большие усилия в том, чтобы представить картину так, словно у Мадуро нет никакой поддержки, но на самом деле, конечно, это не имеет под собой никаких оснований. Спасибо вам. Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской был с нами на прямой связи. Напомню, что мы сегодня говорим о событиях в Венесуэле. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9
и 672-13-93-9. Звоните нам, высказывайте свое мнение. Номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Также нам звоните. Здравствуйте. Как вас зовут? Да, слушаем вас. Добрый день, Дмитрий. Да. Так вот, ну, предыдущий оратор, все понятно, раз он работает в центре Угачавица имени. Но в чем-то я с ним готов согласиться. Да, действительно, венесуэльский народ, особенно бедная его часть, очень поддерживали и Чавеса, и Мадуро. Когда те устанавливали цены в магазинах не только продовольственных, но еще и промтовары, да, то есть когда там народ раскупал, расхватывал телевизоры по сколько там, не знаю, по $50 вместо 500. А, то есть, но поддерживает ли народ Венесуэлы Мадуро сейчас, когда им просто тупо нечего жрать, несмотря на то, что действительно в Венесуэле достаточно большие залежи нефти, никакого эмбарго на экспорт венесуэльской нефти нет, насколько я знаю, никто им не мешает ее продавать, но тем не менее Венесуэла в круге, в кольце врагов, американцы всех купили. Многотысячные демонстрации в столице Венесуэлы – это купленные американские агенты. Но это все было бы на самом деле смешно, если бы не было бы грустно. Повторяться раз за разом, да, что все кругом куплено Америкой, и что в Грузии американцы сделали революцию, на Украине американцы сделали революцию, и сейчас в Венесуэле американцы сделали революцию. Мне кажется, это уже настолько заезженная пластинка, что пора было бы придумать какую-нибудь другую. Например, что эту революцию сделали рептилоиды. Или там, не знаю, какие-нибудь сальфа-центавры пришельцы. Было бы хотя бы что-то новенькое, что-то интересное. На самом деле, просто ситуация дошла до края. Ну и буду надеяться на то, что Мадуро все-таки скинут, и Венесуэла снова станет нормальной, адекватной страной. Да, спасибо вам за ваше мнение. Сейчас мы связываемся с немецким политологом Александром Раром. Он обещал выйти с нами на прямую связь и узнаем его мнение о событиях в Венесуэле. Вы тоже нам можете звонить по телефонам 672-12-93-9 и 672-13-93-9 и также писать по WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Ну вот, давайте еще звонок примем. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Испытываю чувство огромного морального удовлетворения от того, что срывается этот переворот. Не пошел он по американским лекалам. Очень долго смеялся сегодня над заявлением Могерини, которое вылезло там непонятно поперек, как говорится, батьки. Даже представил, что вместо Венесуэлы в ее речи надо подставить слово «Франция», о том, что французский народ достоин быть услышанным своим правительством. Ну, в общем, бред силы, так сказать, Могерини. Что касается Венесуэлы, ну, очень хочется нефти, ну, просто очень хочется нефти определенным кругам. Значит, на самом деле ситуация в Венесуэле... Американцы всегда действуют по одному лекалу. Вот начинается Второй мировой войны. Даже, может быть, раньше. Они уничтожают инфраструктуру, делают жизнь населения невыносимой. Ведь ситуация при всех проблемах Венесуэлы, ситуация, которая в Венесуэле, она спровоцирована именно экономической блокадой Соединенных Штатов Америки. Значит, и, кстати, конфискацией активов Венесуэлы в Соединенных Штатах Америки. Значит, поэтому они всегда делают жизнь невыносимой, а потом говорят, сдавайтесь на милость победителя. Вот придет белый и пушистый товарищ, который сейчас сидит в колумбийском посольстве, уже руководит страной из Колумбии, из колумбийского посольства. И он сделает всех счастливыми, то есть мы дадим вам денег, и вы всех счастливо заживете. Да, спасибо вам за ваше мнение. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, и напомню, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Соединенные Штаты попытались совершить в среду госпереворот в Венесуэле, и в связи с этим официальные власти страны приняли решение разорвать все дипломатические отношения и политические также отношения с США. И вот 24 января сторонники и противники президента Николаса Мадуро вышли на митинг по всей стране, и в отдельных случаях полицейским пришлось применить слезоточивый газ. И сейчас с нами на прямой связи сейчас, да, с нами политолог-американист. Нет, на прямой связи сейчас с нами политолог-американист Рафаэль Никитич. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Да, Рафаэль Ардуханян сейчас с нами на прямой связи. И вот мы сегодня обсуждаем в нашей студии с нашими экспертами события, которые происходят в Венесуэле. Что вы можете сказать по этому поводу и как вы это оцениваете?
Ну что, поздравления нашим, в кавычках, конечно, поздравления нашим американским партнерам, как мы их иногда называем. У них это опять получилось. Этапы большого пути – это Чили, Украина, Грузия. Ну, можно еще другие страны перечислять. Та же самая тактика, та же самая метода. Нашли маргинальную группу, обработали ее, плюс его величество доллар. И вот, пожалуйста, что мы имеем сейчас. В Чили это были кастрюльные бунты, на Украине это студенты. Здесь часть интеллигенции, общество и так разобщено. Плюс еще, конечно, некоторые просчеты правительства Мадуро. И сейчас мы вот имеем, собственно говоря, вчера я говорил, что возможность гражданской войны, а сейчас мы уже можем говорить, что еще одна гражданская война развязана американцами. Счет уже убитых идет десятки. Вот, собственно говоря, вот что произошло. На ваш взгляд, какую роль Россия играет в этих событиях и играет ли, то есть можно ли это назвать столкновением США и России в этой южноамериканской стране? Ну, безусловно, если перефразировать слова Дюма, метились в вас, Д'Артаньяна, попали в меня, то здесь, конечно же, метились-то они, конечно же, в нас. Это, собственно говоря, это элемент противостояния Америки и России здесь. А, как мы знаем, у нас достаточно большие инвестиции сейчас в Венесуэле совместно с Китаем. Причем в Китае там достигает порядка 60-70 миллиардов. Как вы сами понимаете, по эти события они фактически нивелируют ценность подобных инвестиций. Тем более, что я вот не знаю, известно это или нет, но те контракты кредитные, которые были оформлены правительством Мадуро, они не были одобрены парламентом. Той самой группы людей, которые сейчас выступают против Мадуро. А это означает, что эти контракты могут быть просто списаны. Они с точки зрения новой администрации, если, не дай бог, она придет, они будут нелегитимны. Я надеюсь, что мы все с вами можем представить масштаб потерь тогда и Роснефти, и других наших организаций, а также китайской стороны. Так что достаточно хитрый ход. Да, Рафаэль Никитич, ну а можно ли, на ваш взгляд, сейчас сделать какие-то прогнозы? Вот, в частности, тут эксперты проводят параллели с попыткой военного переворота в Турции в 2016 году, когда думали, что будут большие перемены, но потом все решилось за одну ночь, и Эрдоган остался у власти. Вот, не знаю, вот можно ли делать какие-то прогнозы сегодня, вот такие серьезные, или все может в любой момент поменяться и измениться? Прогнозы делать очень сложно. Единственный положительный элемент, я бы был, знаете, практически очень пессимистичен, но, к счастью, к нашему счастью, я думаю, прежде всего, к счастью народа Венесуэлы, армия достаточно твердо держит позиции, говорит, что поддерживает законно избранного президента. И это, может быть, единственная позитивная новость вот за все эти дни. Потому что этот переворот готовился достаточно долго. Я бы хотел напомнить, что этот Гойя, этот новоявленный президент, он проходил стажировку в институте Джорджа Вашингтона. И как вы думаете, кто еще там проходил с разницей в несколько лет стажировку? Михаил Николаевич Саакашвили. Это частное подразделение спецслужб Америки. И то, что, как скоропалительно Трамп признал его, говорит о том, что это достаточно давно готовилось. Нам нужно теперь будет приложить огромное количество усилий, чтобы попытаться исправить ситуацию. Хотя мой в целом прогноз пессимистичен. Это все-таки Америка, это вотчина Америки. К сожалению, большая группа латиноамериканских государств поддержала путчистов. Так что я хочу сказать только одно, что это, конечно же, будет гражданская война. И будет кровь, будет горе, будет беда. Вот это, наверное, самое страшное, что сейчас будет происходить. И я не вижу пока пути выхода из этой ситуации. Ну вот в Венесуэле заявили, что разрывают дипломатические и политические отношения с Вашингтоном, и американские дипломаты тоже будут высланы из страны, так заявил президент, но они, насколько известно, отказались покидать Венесуэлу. Вот можно ли вообще сегодня говорить о том, что США может начать какое-то военное сопротивление на территории Венесуэлы? Я не думаю, что здесь будет какое-то военное столкновение. В этом отношении Трамп достаточно труслив, и американцы не поддержат его. У него сейчас шаткая ситуация внутри. Очередной военный конфликт, очередные грабы американских солдат ему не нужны. Но будет оказываться повсеместное систематическое давление на всех фронтах. Это будет идеологическое, это будет информационное, конечно, прежде всего. Почитайте заголовки американской прессы, они просто бурлят, говорят о наступлении свободы для венесуэльского народа. Ну, разыгрывается их любимая карта. Поэтому, и, конечно же, экономически, потому что ситуация ведь действительно там внутри очень и очень сложная. Инфляция там по сравнению с нашей, ну, это просто нечто невообразимое. Вы знаете, там тысячами процентов. Поэтому, конечно же, будут использоваться эти рычаги, а военное вмешательство маловероятно.
Да, спасибо вам. Рафаэль Ардуханян был у нас с нами на прямой связи, политолог, специалист по странам Америки. Да, звоните нам также, у нас еще несколько минут остается до конца эфира, если вы готовы высказаться, 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны нашего прямого эфира, и можно также писать нам в WhatsApp 2-300-6191, и вот мы сейчас связываемся с немецким политологом Александром Раром. Да, 672-12-93-9 и 672-13-93-9, как Аня уже сказала, телефон прямого эфира. У нас несколько минут остается, так что еще можете успеть высказать свое мнение. И также пишите по WhatsApp 2-300-6191. Примем звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Да, слушаем вас. Ездит на рыбалку периодически в Венесуэлу. Да. Там достаточно хорошо. Да, из Риги, да. И он рассказывал совершенно удивительные вещи, что, например, там бедность там говорит, просто жутчайшая и так далее. И в магазинах, говорит, если ты хочешь за что-то рассчитаться, тебе нужно, чтобы ты был гражданином Венесуэлы, и у тебя была карточка именно местного банка, и никакая другая в магазинах не проходит. То есть там вообще народ живет ай-яй-яй, называется. То есть считается, что то, что происходит, это закономерно, да? То есть... Да. По-моему, да, потому что там совсем все плохо. Да, спасибо вам да. за звонок. Еще звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Я снова. Да, очень коротко тогда. Он человек действия. Он дал украинцам джавелин. Он отправил к Сталину этих самых вагнеровцев. Он человек действия. И я думаю, что он отберется из Венесуэлы. Спасибо. Да, спасибо вам. Да, ну вот у нас уже сейчас подходит время к концу. Надо сказать, что к настоящему времени вот статус временного главы государства, да, лидера оппозиции признали Венесуэла, Канада, Аргентина, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Бразилия, Чили, Колумбия. В общем, такой большой достаточно список. И в нынешней ситуации Мадуро объявил себя конституционным президентом, а как раз главу вот эту оппозиции он назвал марионеткой США. Ну что ж, мы будем следить за развитием событий в Венесуэле и сообщать об этом в новостях на радио Болтком и на сайте Микс. Эфир сегодня провели Анна Смирнова. Да, Вадим Родионов, и помогал нам звукорежиссер Евгений Копейн. Всего доброго и до свидания.